кошечки, подписывайтесь на Инстаграм и ТикТок. Так что, короче, приходится таскаться в маске. Ну, ее, естественно, снимаешь такой, типа, в салоне в маске, блядь, выходишь, снимаешь. В магазинах тоже в маске. Все люди, блядь, без маски вон хуярят. Ну вот свет, короче, бытовые приборы не пустили. Типа нет перчаток. Прикиньте. Пиздец. Такая новость. Маска есть, перчаток нет, все, не можем обслуживать вас, извините. И 3 пятерочки закрылись за эту хуйню. Штрафы там, блядь, типа. Короче, крепят. Что-то последнее время либо жру я всех подряд, блядь. Пиздец, просыпаюсь, глаза как у китайца, нахуй. Не знаю, с чем это связано, осуждаю. Ну прям вообще узенькие глазки. Может, отекаю. И не бухал ничего такого, короче. Просыпаешься, блядь, а глаза пиздец. Еле открыты. Даже сегодня мясо не брал. Хочу полегче разгрузить чуть организм. Дело такое опасное. Сори, ребят, особо не радую вас влогами. Сегодня, кстати, посмотрел влоги Федука, бля, прикольно. Так, продакшн у них на уровне здесь. Фух. Через пару дней включит чат-рулетку. Буду, наверное, заседать чат-рулетки опять. Ну и музыка, конечно, музыка. Самая важная музыка. Буду делать музыку там. Петь караоке свою. Короче, углубляюсь в эту историю. Кто может подсказать программу, чтобы типа в ОБС-ке, короче, с компа звук шел? У меня Mac. Там надо что-то скачивать. Чтобы это все хорошо работало. Кто может посоветовать прогу? Напишите в комментах ниже. А то что? Настроение на картах нормально. Хавчик есть. Планы есть. За хату заплатил. Сейчас, думаю, отрастет вот эта вся канитель. Покрашу. Увидите, короче. Будет прикольно. Сегодня спросили в магазине. Я вам, наверное, рассказывал там до этого. Я говорю, я дизайнер. Про кольца, короче. Так философия проста. Копить бабки, заниматься музыкой. Копить бабки. Почему-то отписались из Инстаграм. Подписывайтесь, кому не впадло. Инстаграм Влад_Широков_С. Контакта у меня нет. Надо будет завести контакт. Создать страницу, группу. Как это? В ТикТоке 1800 человек сейчас. ТикТок тоже Влад_Широков_С. Все ниже указано, если что. Везде можете меня найти. Подписаться, по лайку там все дела. Мне будет приятно. Как раскручусь с акциями? Займусь более активной рекламой, имиджем. Возьму себе 2 пары Джордана, пару футболок Nike. Только Nike, пацаны. Вот так вот. Ну чё,
Купил я поесть, в дождь пришлось ехать. 24 рубля, пожалуйста. Очень вкусная лепешечка. Совет да любовь. Еще кофе купил, давно уже не пил кофе. В общем, посмотрим, что я сегодня купил. Круассаны, потом слойка, потом эпика йогурт, потом еще йогурт Террас. Вот такая слойка со сгущенкой вкусная. Еще йогурт Биомакс. Еще Теос йогурт. И слойка с клубникой. Короче, все это вышло у меня. Сейчас покажу. Ох, зрение решает. 239 рублей. 299 рублей. Влог начинается с моих покупок. Купил пончик 29 рублей. Вот такую тему. Арахис 79 рублей. Докторская колбаса. Бородинский хлеб 35 рублей. Еще пончик 29. Итого, короче, 209 рублей. 209 рублей. Куда-то потерялся. Дорогие подписчики, я снова с вами. Ёбаный в рот, горячая вода. Нет. У Сереги болит рука, он лежал на спине. Можно, когда ты будешь говорить, иди в рот вот это. Блядь! Чепух. Заодно умылся. Прям на дырка. Ах ты дырка, блядь. Горячая. Да я не трогаю, не пизди. Хотя неплохо. Слушай, что-то красавчик такой. Девки, оцените, а в комментариях, он там ниже. В общем, прикоснулся до звезды Сергей. Эгегей, пишет хуй на спине. Слушай, это лоб называется у людей. Неплохо, неплохо. Сегодня я более свежий, более интересный. Спасибо, что смотрите мои влоги, вы 5 человек. Я очень рад с вами, собственно, и для вас снимать контент на YouTube. Новый маникюр, если вы еще не заметили. Подписывайтесь в Instagram, в TikTok и прочее. Спасибо. В общем, пришел я домой, короче. Что-то решил поразмышлять обо всем сразу. Иногда типа становится тяжеловато, но в целом все в принципе неплохо. Рано или поздно, я думаю, все наладится с этим, блядь, акциями, короче. И начнется новая жизнь. Когда ты сможешь делать то, что ты хочешь, где хочешь, когда хочешь. Мне осталось немножко. 1100-105, и я уже начну нормально зарабатывать на фондовом рынке. Пока 20 тысяч в месяц. Просто вернуть то, что было раньше. Тоже немного устаю от людей, короче. Порой прям от себя, от людей. Ну, прям такое. Не хочется ни с кем ни о чем говорить. Друзья, товарищи. Просто взять, что ли, паузу такую. Блин, хочу жить один в центре Москвы. Не видеть крестопердёж. Но это пока лишь мечты. Не знаю, рано или поздно я добьюсь все равно своего. И будет все как бы чики-пуки. Не знаю, если у вас были такие рассуждения в голове, напишите в комментарии. Ну, это может легкая хандра, типа депрессия, можно сказать. Но это чисто из-за того, что я вчера, мне кажется, ни хрена не спал. Мне очень нравится, что люди подписываются, несмотря на то, что контент как бы слабый, подписываются на второй канал по этим всем сделкам и смотрят. Смотрят, причем даже набирают больше, чем влоги, что-то там комментят. Как бы это
для меня еще один бонус действовать, в принципе, и развиваться дальше и дальше и дальше. Не знаю, не могу издержать диету, хочется сесть на диету и, блядь, просушиться уже наконец. Также с сигаретами никак не брошу сиги. Короче, такой влог, влог нытья получается. Каких-то рассуждений. Сегодня смотрел, на самом деле, разные влоги, типа разных чуваков, чувих, и понял такую тему, что не в технике дело, а дело как-то в содержании, может быть, не знаю, как часто они снимают. Ну вот, допустим, людей, которые более-менее мне интересны, да, ну не то, что я там кумиры, они мои, но я, ну, было приятно, да, посмотреть, услышать там разговор, что они у них в голове. К сожалению, очень мало. Влоги они не снимают, там, звезды-пезды, если как бы не так часто. И я считаю, что, ну, этого не хватает многим. Ну, просто, мне кажется, может, времени на это не остается. Либо им это неинтересно. Ну, также каких-то интересных личностей, мало интервью. Тоже интервью все под копирку, мало прям чего-то достойного. Мне понравилось интервью Зиверт, кстати. Вот последнее там было интересно послушать. Но опять же, что-то правда, что-то неправда по стандарту. Ну а так заходишь там в тренды и ничего прям достойного, из чего можно подчеркнуть какую-то информацию, безумно мало. И такой думаешь, блин, нужно снимать свой контент, чтобы он как-то просвещал. Я думаю, что все получится, еще доработать стиль, образ. Со временем будет все чики-пуки. Главное не останавливаться, типа не давать хандре, лени, сбить себя, так сказать, с толку. Ну, не обращать внимания на людей, да, которые там что-то говорят. Но это я никогда не обращал, мне все равно. Вы видели мои ногти? Чуть приуныл под вечерок. Просто нужно побыть одному, типа, и подумать, пофилософствовать, порассуждать о жизни. И я думаю, из этого что-то выльется в положительное русло. Это только пойдет на пользу. В принципе, немного забиваю, там, снимаю редко, но понимаю, что нужно снимать постоянно, чаще и чаще контент. Но это тоже из-за того, что мало кто смотрит. Я такой думаю, блин, обидно, что не смотрят люди. Типа, зачем делать, если тебя не смотрят? Если бы смотрят... А рекламой я не занимаюсь. Потому что... Да и не буду заниматься, пока не разберусь с самым важным. То, что приносит как бы деньги и даст мне какую-то свободу. Не знаю, там больше выходных. Тоже поездку в Питер. Каких-то прикольных движений. Не знаю, посмотреть мир. То я мало где был, даже на море ни разу не был, хотя мне 26 лет, я все откладываю, ну, типа, работаю, короче, откладываю, так сказать, жизнь на потом, ну, там, не тусуюсь редко, дом, работа, типа, и это, знаете, приводит к тому, что у тебя прям как рутина, короче, твоя жизнь становится рутиной, и уже никакие деньги там, хотя денег-то особо и нет, не спасают. Может, это какая-то лень, не хватает вот это, есть люди прям проныры они, прорывные, а я хочу как-то медленно, но верно, а потом бывает у меня проёб какой-то. Не знаю, нужно все переосмыслить. Спасибо, что смотрите, спасибо, что досмотрели до конца, до этой минуты влог. Мне это очень безумно помогает. Ваша поддержка. Как-то так. Как Андрей закончилось, я решил немножко попеть и расслабить, разгрузить, так сказать, после работы свой мозг и вдохновиться позитивом, мечтой какой-то далекой, но самой заветной. И помечтать, может быть, когда поешь. Петь не умею, говорю сразу. Как-то так. Thank you.
еще раз повторить. Мертвый, который у нас земли поднятых нету. Отсюда вижу сны, ты просто представляешь.